из сети, в которой есть системы, люди и города, я пришел в мейнфрейм. Я страж. Моя обязанность — охранять моих новых друзей, их надежды и мечты, защищать их от врагов. Авторы сериала — Гэвин Блэр, Джон Грейс, Фил Митчелл и Ян Пирсон. Исполнительные продюсеры Стив Барон, Стефан Рэйчел и Ян Пирсон. Говорят, вне сети обитает юзер, который загружает игры ради удовольствия. Точно никто не знает. Но я это выясню. Повторная загрузка. Волшебники, воины и немного рекламы. Авторы сценария Джона Ховард и Лэйн Рэйчел. Уйди! Не выдавай моего секретного места. Боб, с тобой все в порядке? Тихо, пригнись. В чем дело? Вирусные биномы? Разрыв? Мегабайт? Хексадесимал? Хуже. Гораздо хуже. О нет, он приближается. Режет ломтями, раскатывает, копирует и даже форматирует. Печка Жульен. Но это еще не все. Закажите прямо сейчас, и в подарок вы получите ручной логометик. Всего 99,99,99. Майк, уже 129 раз. Хватит. А нельзя его выключить? Нет. Пульт сбежал. Его можно понять. Представляем ведро ни за что. Удивите друзей, поразите родных, шокируйте незнакомцев. Ведро ни за что. Всего 99,99,99. Все, я тебя демонтирую. Глич, отвертку. Боб, успокойся. Внимание, загружается игра. Внимание, загружается игра. Внимание, загружается игра. Смотрите дальше. Три близких друга будут обнулены в опаснейшей игре. Оставайтесь с нами, не пропустите шоу Телемайка. Эй, смотрите. Это были юзеры? Четверо? Боюсь, что так. Один юзер, четыре персонажа. Кажется, я знаю эту игру. Тайны подземелья. Надо бежать за юзерами до нижнего уровня. Тогда повторная загрузка. Повторная загрузка. Повторная загрузка. Что? Вор? Я не воин? Я же всегда воин. Но если воин не ты, тогда кто? Великий воин Майк. Сегодня в 8. Это плохо. Очень плохо. Проблема. Вор не может пользоваться оружием воина. А эльф оружием волшебника. Точно. Каждый играет свою роль. Чего мы ждем? Вперед! Победа ждет нас! Прости, Майк, но тебе придется остаться здесь. А с юзерами мы сами справимся. Хорошо? Доверься нам. Это единственный выход. Предан друзьями, забыт возлюбленный, покинут самыми близкими людьми. Нет, ни за что. Никогда. Не выйдет. Не пройдет. Не получится. Можешь остаться на одном условии. Не вмешивайся. Ясно?
Гарантирую полное отсутствие вмешательства. Не понравится, вернем деньги. Что это? Какой-то невеселый парень. У меня нос чешется. Клево. Чтобы выиграть чашу, вот мой совет. Один за всех, все за одним, в этом секрет. Супер, альфа-число. Клево. А что это значит? Какая-то загадка, шифр. Или ловушка. Давайте выясним. Заперто. Помогите. Давай, Майк, ты тоже. Не бойтесь, я спасу вас. Спасибо, Майк. Тихо, мирно, бодро. Карта! Смотрите, здесь все уровни и наше расположение. Вот. Наверное, это команда юзеры. А это мы. Вот. Интересно. Так где мы есть-то? Посмотрим. Судя по карте, мы плывем по безнадежной реке Вечного Заточения. Последнее пристанище всех тех, кому не удалось выиграть чашу. Как мило. И куда направляемся? В какое-то место под названием «Злосчастный обрыв полного забвения». Выдержит ли Боб? Или наши герои сорвутся в бездонную пропасть? Не пропустите следующую серию страшного мрачного подземелья. Спонсор показа... Майк. Майк. Да? Может, просто поднимешься? Эй, осторожней. Опять эти двери. Какая дверь ведет на следующий уровень? Первая дверь, вторая дверь, третья дверь или Майк? Давайте откроем вон ту. Майк, прекрати! Это не ты? Но если не ты, то... Приготовьтесь отведать моего кухонного ножа. Ненавижу, когда это происходит. Сделайте что-нибудь. Абаракадам баракала. Это еще не все. Два по цене одного. Отлично сработано, Мэрилин. Быстро, попробуй еще. Абаракадамбаракала. Еще. Абаракадамбаракала. Ценой невероятных усилий Бобу удается остановить полчища монстров. Но надолго ли, дамы и господа, надолго ли? Надолго ли? Так, идем дальше. Сюда. По-моему, нам сюда.
Стой! Надо как следует подумать. Единственный способ выяснить — попробовать. Прочь от меня, мальчик! Давайте, ребята, шаг вперед! Еще один следующий уровень ждет нас! Что, по-вашему, это значит? А, вот что. Ребята, похоже, у нас проблемы. Пара пустяков. Неважно, куда они бежали. Неважно, что они старались изо всех сил. Выхода все равно не было. Хватит, Майк. Туда. Глич. Резец. Операция сейчас? Он шутит. Режет ломтями. Раскатывает. Он круче Жульена. Майк. О, нет. Мы не знаем подсказку для этого уровня. Ну, конечно. В прошлый раз она нам сильно помогла. Если бы мы их разгадывали, играть наверняка было бы проще. Когда вы оба повзрослеете? Будь хладнокровнее. Смотрите и учитесь. Дот, какой это уровень? Уровень 65. Еще один остался. А команда юзера уже там. Осторожно. Ну, конечно, обязательно дышать огнем. А почему бы и нет? Отличная компания, огнедышащие чудища, гигантские пауки, агрессивные комки грязи, морковки-убийцы, просто не призраки. Берегись, ловушки! Соскучились? Все, ребята, последний уровень. Наконец-то добрались. Дот! Дот!
Сомневаюсь. Боб! О, бой! Ну и ну. Вся надежда на Майка. Повреждения? Поломки? Стерлись файлы? Звоните в кафе Шумейкер энд Эдвардс. Мы поможем. Ну да. Мы обречены. Молодец, Майк! Не могу поверить. Он гений. Ну, конечно же, Свет. Майк, как ты додумался? Сегодня вечером доктор Голдсмит против монстров тьмы. Только на КСМ. Канал страшных монстров. Мне нравится. Молодец, Майк. Думаю, мы все должны перед тобой извиниться. Да. Обнимите меня кто-нибудь. Чтобы выиграть чашу, вот мой совет. Один за всех, все за одним. В этом секрет. Этот парень начинает мне надоедать. Но это еще не все. Действуйте немедленно, иначе провалитесь в бесконечность. Вечность. Быстрее, надо сообразить. Один за всех, все за одним. В этом секрет. Один за всех, все за одним. В этом ключ. Альфа-число. Чаша. Сомневаюсь, приятель. У нас неприятности, да? Подумаешь. Берите чашу. Они приближаются! Куриный желудок продвигается к воротам. Любитель злодеяний передает ему пас. Получи. Теперь поняла, кто из нас волшебница? Она не промах. Дот, юзеры здесь. Сделай что-нибудь. Легко сказать, сделай. Лазарет любви. Лучшее лекарство для романтиков. Майк, ты сделал это. Помогите! Не вздумайте переключать. Вы подсоединены к рекламному каналу. Вся реклама сети везде и всюду. Море бесполезных товаров, чтобы засорить ваши несчастные мозги навеки.
Юзеры! Берите чашу! Боб, иди сюда! Мы должны сделать это вместе! Игра окончена. Зрители ликуют! Видите, смысл всей игры был в том, чтобы действовать слаженно. Мы должны были помогать друг другу, как ты. Да, Майк, нам очень стыдно, и мы хотели бы... Извиниться. Спасибо. Хватит, хватит. Вы слишком добры. Хочу поблагодарить Академию, моего агента, а еще вас, моих преданных поклонников. Он глуп, он болтлив. Лучше бы он остался в этой игре с подземельями. Но мы все так его любим. Телемайка! Майк. Майк. Мы тебя любим, верно? И ты хочешь дожить до следующего телесезона? Так что сделай мне рекламную паузу, ладно? Спасибо. Ha ha ha!